Шушерский парень. Дорогие друзья, всем доброе, доброе утро. 18 декабря 2000... Блин, что все декабря-то? Живу все прошлым годом. Пристал этот декабрь. 18 января... Да. 2022 года. Время 6 часов 11 минут. Сейчас планы такие. Завели машину, заполним путевки, подождем Серегу. И вчера коллега попросила забрать ее на Обуховской Бароне. Дождемся Серегу, заберем коллегу и поедем все вместе на работу. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Привет! Пришел Серега. Да ты ветерочек сегодня, аж слезы из глаз. Всем здравствуйте. Все, пришел Серега, едем за коллегой на Буховскую оборону. Приехали на работу с Серегой, позавтракали вкусно-вкусно бутерброды, попили кофе. Только на паркинг приехал, думал, постою. Чуть-чуть отдохнул, не тут-то было. Звонит секретарь, нужно съездить за коллегой, за нашим врачом домой, привезти ее на работу. Такие дела. Промолчу. Едем потихоньку. Простоял сегодня целый день. Ездил только за врачом и забрали с Серегой коллегу с утра. Никуда не надо было ездить. Ходил, кушал, суп не понравился никакой, ел плов и пирожок взял, с чаем попил. Суп там со шпинатом опять и тыквенный, не люблю такие. Вот, потом поднялся, нужно было у медсестры расписаться за медосмотр с утра. И померила давление. Что-то у меня высокое давление. Два дня, вот этот понедельник, вторник, что-то плохо сплю ночью. До 3 часов ночи не могу уснуть. И в итоге в 5:30 встаю. Получается, сплю 2 часа 30 минут. Вчера вроде уснул, отрубился. Ну, опять же, до 2 часов ночи не спал. Потом пришла к нам доча, потом жена меня стала толкать, не храпи, перевернись на другой бок. Ну, считай, разбудит, лежишь еще там минут 15-20, пока опять уснешь. Опять проваливаешься, ну, короче, не сон. Врач сказал, что это из-за недостатка сна. Дай бог, что так. Потому что, если честно, чуть-чуть напугало. До этого вроде была медкомиссия вот водительская, там все сдавал, все у меня давление мерили, давление было в норме. Но видно вот такая усталость, потому что за выходные как-то выспался, в субботу вообще жена дала мне поспать, по-моему, до 4 часов дня спал. Воскресенье, вернее, в субботу тоже где-то часов в 12 проснулись все вместе. Жена была выходная. Вот, то есть высыпался за выходные, и вот получается, что было не уснуть, что выспался, отдохнул. Сейчас подошел к секретарю, сказала, что я не нужен. Дала задание одно, но это не срочно, и отвезем. Может, завтра, может, послезавтра. На Казанскую, 44. Сейчас вот едем по Приморскому проспекту. На ЗСД. Короче, в сторону дома. Нужно будет забрать сыночка у репетитора и доченьку из садика. И поедем отдыхать. Сегодня целый день, как этот лунатик. Страшно хочется спать, а не люблю спать на работе. Но проснешься, как этот. Вот. Ну, короче, отмучился. Едем домой. Вот такая вот история.
Звук опять получится маленький. Записывать и показывать вам было нечего, потому что работы не было. Здоровья всем нам, чтобы ничего у нас не болело, чтобы мы были счастливыми. Наше нелегкое время. Едем домой. Я Венера, ты Юпитер, я Москва, ты Питер. Люди, помогите дышать. Я Венера, ты Юпитер, я Москва, ты Питер. На одной орбите опять. Я Венера, ты Юпитер, я Москва, ты Питер. Люди, помогите дышать. Я Венера, ты Юпитер, я Москва, ты Питер. На одной орбите опять. По пятам друг за другом ходим, как ты там. В моем телефоне неспроста не подобрать пароли твоему сердцу, что ли. Скажу спасибо городам, что не... Приехал за сыном, стою, жду. Казалось, что если через 10 минут не выйдешь, уеду. Посмотрим. Да. Привет. Привет, что ты там тащишь-то? Ну. Угу. Ой. Как дела? Нормально. Ну хорошо. Поедем за Туськой. Что ты, Бобик? Кого ждешь? А? Никого не ждешь? Кого с садика забираешь? Все, дорогие друзья, все в сборе. Дочунькин довольная. Как дела, дочь? А? Как дела, солнце мое? Все хорошо? А? Не скажу. Не скажешь? Ой, собаки лают. Все, дорогие друзья, поедем мы домой отдыхать, монтировать видео. Кушать. Всем, кто смотрит, спасибо огромное за просмотр. Да-да. Всем пока. Пока.